Большие поступки маленьких людей. В Бурятии наградили детей за спасение чужих жизней. Спасти из воды тонущих малышей и взрослых. Поймать на лету девочку, сорвавшуюся с 5-го этажа. Вынести ребенка из огня. Отстоять свою школу. Помочь жертве преступника. За такие героические поступки сегодня в правительстве Бурятии вручили награды детям. Юных героев наградили благодарственными письмами от имени главы Бурятии Вячеслава Наговицына и памятными подарками. Улан-Удэнские полицейские в канун Дня защиты детей решили порадовать маленьких пациентов городской инфекционной больницы. Сюда попадают не только с ветрянкой и желтухой. Именно в городскую инфекционку привозят бездомных, потерявшихся детей с улиц и из неблагополучных семей. Стражи порядка принесли детям подарки и устроили настоящее представление с веселыми играми. 1111 ребенка сегодня зарегистрировал железнодорожный ЗАГС. Сын родился у известного актера Бориса Виноградова. Младенца назвали Андреем. В канун Дня защиты детей регистрация прошла с особой торжественностью. Ваш малыш рожден 1111 ребенком. И, конечно, эта регистрация, она торжественная и она необычная. Уважаемые родители, мы поздравляем с рождением вашего малыша. Желаем ему здоровья, быть крепким, сильным и, конечно же, надежным сыном.